В Азербайджане всегда чтили память героев, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность страны. Об этом было сказано в Бакинском конгресс-центре на мероприятии, посвященном героям апрельских боев 2016 года. Несмотря на то, что минуло 3 года с апрельских событий, герои этих боев остаются примерами для молодого поколения. Семьи героев всегда окружены пристальным вниманием и заботой азербайджанского государства, подчеркнули выступившие на мероприятии. Около 10 военнослужащих, получивших ранения во время апрельских событий, после завершения военной службы начали работать в службе АСАН. Кроме этого, работой в АСАН были также обеспечены и некоторые их родственники. В нашей стране всегда относились с заботой к семьям героев и самим военнослужащим. Служба АСАН также поддерживает этих лиц, поэтому при приеме на работу членам семей героев, а также военнослужащим в отставке, дается преимущество. Апрельские бои показали, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией территорий и при необходимости сможет освободить земли, захваченные армянскими вооруженными формированиями военным путем. Успех и победа азербайджанской армии в апрельских боях – тому доказательство. Апрельские бои показали наше единство и силу. Весь мир стал свидетелем мощной силы азербайджанской армии. Апрель дуэштенде Азербайджан ордусунун гücünün шахиди олду. Дәүләтimize, милләтimize әхвал рухия гақты апрель дуэштенден сонра. После апрельских событий возросла вера молодежи, самих военных в азербайджанскую армию. Они все стали свидетелями истинного героизма. Мы не намерены мириться с тем, что вражеские силы находятся на наших территориях. Булар әлделеди апрель дуэштенден сонра. На мероприятии был показан видеоролик, посвященный полковнику-лейтенанту Рагуфу Аруджеву, павшему в боях с армянскими оккупантами. Участники отметили, что такие мероприятия играют важную роль в воспитании патриотических чувств среди представителей молодежи. Было отмечено, что азербайджанский народ никогда не забудет своих славных сыновей и дочерей. Я не хотела бы говорить о страданиях матерей. Мне хочется рассказать о желаниях сыновей, которые пошли против врага ради Отечества. Они хотели освобождения оккупированных армянами территорий. Ради этой земли они отдали свои жизни. Я прекрасно понимала, насколько мой сын любит свою родину. Он мечтал увидеть родные земли, освобожденными от вражеской силы. На мероприятии была также представлена художественная композиция «Родина. Наше достояние». Семьям погибших во время апрельских боев были подарены почтовые марки, посвященные памяти героев этих событий. Гюльзар Мустафаева, Шамистан Мамедов, Наиля Гасанова, Решат Агамалыев, CBC.